Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Вперед на зомби-войну». Так, что это у нас здесь такое? Часть пятая не интересует. Так, посмотрим, что у нас сегодня за... А, нет, секунду. Секундочку. Да. Отлично. Заработал все-таки я себе сундучок. Так, смотрим. О, сегодня повоюем немножечко. Это уже хорошо. Так, и давайте-ка посмотрим, какой у нас сегодня... будет ежедневное задание. Выиграйте 24 любые миссии. Зашибись, ребята. То есть за сегодня я его не смогу сделать, потому что не хватит, ребята, у меня, к сожалению, горючки. Так, а это что у нас здесь такое? Walmart. Ага, это у нас, по-моему, про супермаркет, если я не ошибаюсь. Тоже надо будет обязательно это глянуть. Так, давайте заберем подарочки. Шикарненько. Так, ну что же, давайте, наверное, вскроем, да? О, у нас здесь два сундука. Раз. Так, паршивенько, паршивенько выпало. Давай посмотрим, что здесь. Ну, более-менее, более-менее. Так, все, здесь... здесь у нас, по-моему, закончено. Так, ладно. Ну что, давайте вначале мы с вами, наверное, пойдем... на топ первое место. Да, я думаю, вначале мы сходим сюда. Сейчас посмотрим, как раз у нас народ собрался или нет здесь. Да, как раз все есть. И поэтому, ребятушки, так, посмотрим для начала колоду. Ладно, пока сгодится. Сразу же ставим сразу бой. И смотрим, ребята, как мы с вами там будем дальше продвигаться. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Плохо будем продвигаться мы с вами. Очень плохо. Да. Как-то никчемно получилось, если честно. Ладно, смотрим дальше. Ого. Что-то, ребята, новенькое. Ну. Молодец, снайперша, умница. Так, двигаемся дальше. А что у нас тут? Черт, этот гренадир, блин, промазал. Как всегда, но, тем не менее, тут удачно все у нас получилось. Едем далее. Так, пока неплохо. Ой-ой-ой-ой-ой, это как так? Слушайте, знаете, в чем проблема? Гренадир слишком близко стоит. Ладно, сейчас попробуем немножечко изменить. Так, ух, как хорошо. Поехали далее. Так. Ну-ну-ну-ну-ну, кто кого? Мой гренадир сильнее оказался. Замечательно. Хорошо, едем дальше. Ёпрсты, зачем ты своего-то подорвал, а? Вот дурень. Не, гренадир здесь чем хорош, ребята? Тем, что он имеет иммунитет к огнестрелу. То есть его не так легко подстрелить. Тихо-тихо, не надо тут буянить. Но здесь мы выиграли только за счет того, что, ребята, у нас уровень высокий. А может быть, еще и не выиграли. Ну давай еще промо... Нет, все, нормуль, нормуль, все хорошо получилось. Снайперша, как говорится, каточку эту одолела. Воу-воу, вот-вот о чем я вам, ребята, и говорил. Гренадир слишком близко стоит. И когда в него стреляет, ну, вражеский гренадир, у меня сразу же падает сумка. В общем, немножечко здесь кое-что переделаем. Буквально совсем немножко тут нужно сделать. Я проиграл всего лишь 3 боя. Так, давайте колоду. Мы выставляем с вами вот этого механика сюда. Гренадира ставим сюда. И Соньку вот сюда. Вот такая вот расстановочка должна, в принципе, уже много чего здесь сыграть. Посмотрим. Так. Ну. Да чтоб тебя! Нет, здесь вот что-то не прокатило. Блин. Каким макаром Вилли выжил, я не понял. Ладно, хорошо, давай следующую посмотрим. Следующая катка. Давай вот эту вот. Опачки. Что такое сейчас было, ребят? Это что? Блин. Ладно. Делаем по-другому. Вместо...
Вместо снайперши мы с вами поставим... А получится ли у нас? Получится. Вот так вот. Поехали, посмотрим. В принципе, должно сработать, если, конечно, в огнеметчике не будут бомбить. Так. Ёлки-палки, аж... Да как он взорвался-то, я не понял. Ну-ка, надо еще раз переиграть, не понял я. Почему огнеметчик-то взлетел на воздух без того, без особых причин на это? Ну-ка, дай-ка еще раз посмотреть внимательно. Кто-то в него попал или что случилось? Это что, гранадир бросает гранату, и она только долетает, после этого он взрывается? Ладно, фиг с ним. Шлемак такой от этого стоит один. Один шлем остался. Ладно, здесь мы, короче, катку вырулили. Давай посмотрим теперь, что у нас будет, где Вилли. А, подожди-ка. Тут же еще Алекс Паган. Ну, давай посмотрим, что за Алекс Паган. И как с ним можно... А, вот, как раз здесь Вилли. Так, ну жги, жги, жги. Ой-ой-ой-ой-ой. В общем, короче, нам выгодно, знаете, что делать? Нам выгодно в колоде ставить гренадира вот сюда. А огнеметчика, пожалуй, вот сюда. Соньку надо будет вот сюда. Вот так вот попробуем. Так, Алекс Паган, давай-ка попробуем тебе дальше. Тем более он на самом низу находится, ё-моё. Ну что такое, что там за прогрузка идет? Поехали. Так. Опа, опачки, опачки, снайперша, блин. Ребята, снайперша. Снайперша одолела мою Соньку. Ладно, хорошо, а если мы вместо Соньки поставим свою снайпершу? М? Рискнем, я думаю, рискнуть надо. Да что такое, почему так долго грузится? В чем проблема-то, я не могу понять. Все было хорошо, на тебе, приехали. Так, убираем, значит, Соньку и ставим снайпершу. Какой не ты? Вот ты. Вот таким макаром попробуем. Так, где у нас Алекс Паган? Поехали. А сейчас все совсем по-другому, да, будет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, смотрим, чья? Понятно. Всего на один, ребята, уровень мы слабее. Всего на один. То есть у нас 13-й, у врага 14-й. Тут, как говорится, дело случая. Дело, как говорится, фартовое. Давай еще разок попробуем. Так. Ой, а вот здесь не повезло, как видим, врагу. Гренадир мой выжил, и поэтому все замечательно. Ладно, ребята, мы с вами на первом месте. В принципе, полдела на сегодня уже сделано. Переходим к следующему заданию. А, погоди-ка, погоди-ка, что я обрадовался же? Вот еще у нас есть. Да-да-да, рано радуемся. Так, давай смотреть. Ой, а тут-то как хорошо, ребятушки, вы посмотрите. Сейчас мы тут их просто ушлепаем всех. Да. Это вообще изи получилось. Да, вот теперь уже точно 100% все. Я вот думаю, может быть, пойти на в универмаг. Немножко пошухерить там, а? Да, здесь все отлично. Давай-ка мы посмотрим, что у нас здесь. Играть. Кого сюда нам нужно брать? Я даже не знаю. Да что такое? Хорош. Давай прогружайся быстрее. Не надо тут... Ой, а я что? Блин, ребята, а я... Я не поменял команду себе. Ой-ой-ой, я за это... Я за это поплачусь. Ай, фиг с ним. Сколько пройдем, ребят. Так, я не помню, куда вы разогнались? Эй-эй-эй-эй! Хорош, угомонились. Блин, у меня же этот еще тут не прокачанный. Ёпрасете, вот взял-то на свою голову, а. Хреново. Давай, выходи, коп. Немножечко пошухерим здесь. Ну... Давай так просто для прикола вызовем его. Так, тихо-тихо-тихо, не буяним. Слушай, ну мне кажется, что даже не прокачанный хорош. Так, где у меня Соня, блин, некогда ждать.
Да, тут, конечно, будет хреновенько. Ладно, давай вызовем Соньку. Здесь нужна, ребят, турель по любасику. По любасику. Блин, вот этих хрен пробьешь. Так, давай, Марина, выбегай. Да, конечно. Так, отлично. Дальше продолжаем разговор. Блин, очень много огнестрела, ребята, а здесь... Куда вы все бежите? Куда вы ломитесь? Эй! Ё-моё, а здесь-то кто-нибудь будет? Зашибись! Офигеть! Лучше, блин, не придумаешь. Ну, изначально, ребята, команда подобрана хреново. Да какой подобрана? Я просто наугад нажал и совсем забыл, что здесь нужно собирать команду до похода на бой. Ну, ладно, сейчас завалят. Тыч. Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Тем более бегуны, ребята. Точнее, камикадзе. Да. Без вариантов. Я даже в этом не сомневался, что так и будет. Так, ну давайте я вызовем. Ё-моё, через 40 секунд, ребят, волна будет. Ну давай, напоследок, как говорится, залпик сделаем, да? Оу, теперь еще эти пожиратели зомбарей идут. Все, ну тут хана, ребят, тут... Бам, все. Ну, вы прекрасно поняли, да? В чем заключается суть. С каждой волной, ребята, зомби будут сильнее, сильнее, сильнее. В основном там, ближе к концу, будут в основном одни камикадзе и бегуны. Ладно, фиг с ним. Так, давайте посмотрим, что нам здесь достанется. Да, хреновенько. Хреновенько нам выпало. Так, ну что? Что у нас там по заданиям-то? Да, ни одного задания не сделали с вами. Ух. Так, мы можем кого-то с вами усилить. Надо мне этого братюню-то прокачать. Маленечко-то. Так, давай кровь сюда. Так, фляжку. И газировку. 225. Как раз хватает. Так, а здесь уже все. Тю-тю, приплыли. Так, тут у нас как нормуль. На первом месте до сих пор? Или нас уже потеснили? Нет, пока еще на первом месте. Что у нас? Здесь ничего. Ну что ж, дорогие мои друзья, не успел я моргнуть глазом, как меня немножечко здесь потеснили. Поэтому я собираюсь Алекс Паган, помните, мы с ним дрались, также сместить, как и он меня. Так, посмотрим, что у нас здесь не так стоит. И в чем тут, собственно говоря, проблема. Так. Ага, понял я, кажется, ребята. Понял я, в чем здесь загвоздка. Так, минус. Минусанул. Кстати, здесь Вилли. Что мы с вами тогда делали по поводу Вилли? По поводу Вилли у нас был, если я не ошибаюсь, огнеметчик. По-моему, у нас был огнеметчик. Или же... Хм. Черт, я, ребят, не помню, если честно, как у нас там обстояло все дело. Ну, вот так вот. Что из этого получится? Давайте посмотрим, ребят. Кэп, ну, он дает скорость, я не знаю. Посмотрим, короче. Так. Ладно, предположим, ребята. Так, вот не хватало только зомбарей здесь встающихся. Все. В принципе, ничего сложного, ребята, здесь не было. Просто нужно было взять кэпа и... Дело в шляпе. Так, ну это, ребята, пол дела. Пол дела. Давайте-ка мы здесь с вами заберем бонусы. Отлично. И давайте, наверное, с вами нормуль поиграем в Walmart.
Фух, я как раз командочку уже составил. И попробуем, сколько мы с вами здесь сможем продержаться. Так, у меня здесь турель. Как видим, у меня здесь рейнджер. У меня здесь бочки, которые нам будут делать ярость. Так, куда вы идете? Эй! Эй, говнюки! Тыч! Просто в разнос их всех. Вот так вот. Так, ставим бочки. Рейнджера. Ага, хорошо идет. Так, замечательно. И турелечку вот сюда поставим. Ай, красава. Ха-ха. Так, надо бочки, ребята, вот сюда ставить. И вот сюда будем ставить вот эти вот бочонки. Так, ты куда ты будешь перехватывать? Перехватывает, перехватывает, молодец. Так, надо вот сюда, ребята, поставить бочку. Так, еще одного рейнджера вызовем. Так, нормуль, пока идем хорошо. 61 убийство уже есть. Так, а вот это нам не нужно. Там камикадзе, да, значит, у нас собирается уже бежать. Давай, гвард, пошел. Так, хорошо. Давай вот сюда поставим бочку и рейнджера вызовем. Да ладно, что за фигня-то? Почему? Почему так произошло, я не понял. Сюда бочонок бросим. Сейчас будут, ребята, периодически выбегать камикадзе. Я бы даже сказал, не то, что периодически, а довольно часто. Поэтому нужно быть наготове. Так, турели у меня стоят. Ярость у меня восполняется. Бочки у меня лежат. Красиво, хорошо и классно. Так, пошли кислотники, как мы видим. Туф-туф, бесполезно, да? Иди отсюда. Гниль. Так, давай вот сюда еще поставим одну бочку. Так, это у нас... Ага, понятно. Пожиратели зомбарей идут. Так, вот мы поставим с вами. Всех в разнос нафиг. Черт, что-то какая-то уж чересчур волна-то идет. Что такое? Эй, нам этого не надо. Охренеть, да, ребят? Сейчас была жесть просто-напросто. Все бочки почикали, а, гаденыши. Давай-ка вот сюда еще турелечку влепим. Так, ярость. Забираем ярость. Нечего и так просто валяться здесь, ребята. Рейнджера вызовем. Так, еще вызовем гварда. Пока, ребята, все под контролем у нас. Так, бочки надо вот сюда, ребята, выставлять, потому что, чтобы, когда камикадзе будут выбегать, они именно врезались в бочки. Так, опять бегу, да? Так, хорошо. Нам нужно турель поставить вот сюда, чтобы все было полностью простреливаемо.
Ой-ой-ой-ой-ой, плохо. Плохо, ребята, сейчас было сделано. Сколько? 336 всего лишь убийств. 336, этого мало, ребят. Нам бы хотя бы до 1000, до 2 дойти. Это уже было бы что-то. А сейчас это даже не показатель. Так, у нас здесь нет турели. А, нет. Нету, ребята. Сейчас уничтожат. Блин. Давай-ка вот так вот мы с вами поставим. И постоянно надо бросать, ребята, бочки. Постоянно. И, честно говоря, рейнджера я раньше не брал на эти миссии. Но сегодня почему-то решил именно его взять. Попробовать. Не понял, это как? Это как? Это так? Вы подошли к моему, блин, извините меня... автобусу? Что за дела-то? Что-то новенькое, такого раньше не было. Так, тихонько, тихонько, не надо выделываться здесь. Что-то тут дофига слишком бронированных зомбарей. Смотрите, гвард, по-моему, даже может выдержать один прямой удар от зомби-камикадзе. То есть двух зомбарей нужно, чтобы его немножко... Ну как, не немножко, чтобы его вообще снесли. А так он, в принципе, себя чувствует неплохо. Так. Давай. Простреливаем все здесь. Слушайте, ну по идее здесь надо было мне, ребята, брать все-таки не огневую мощь, а все-таки больше ближнего боя. Потому что здесь зомби, видите, бронированные идут. Нам это не на руку. Вот гвард здесь очень хорошо справляется, в принципе. Со всеми видами зомби, начиная там от камикадз. И заканчивая бронированными. Так. А рейнджер вот здесь как-то не в тему. И, кстати, Сони тоже. Ой-ой-ой-ой, что ж происходит-то здесь, а? Здесь происходит, ребята, боль. Так, давай вот так выставим. Зачем это сейчас надо было сделано? Не знаю, для чего сделал, ребят. Уже лишь бы кликнуть, как говорится. Так, давай вот так сделаем. Сказали вы сделать обзор на Кэпа, что у него поменялась, ребята, броня. Вот, честно говоря, я не понял, а зачем на него делать обзор? Я, конечно, сейчас гляну, вот сколько мы здесь с вами пройдем. Я посмотрю на этого Кэпа, что в нем изменилось. Я думаю, что ничего такого существенного там не появилось. Так, турели мои что-то, ребята, падают одна за другой. Ой-ой-ой-ой-ой, как тут все как-то печально становится. Рейнджер просто не справляется против вот этих ребят. Он против бегуней, вот это да, неплохо. Но против бронированных тут, конечно, он вообще ничего не может сделать. Смотрите. Что Сонька, что он, бесполезники. Так, ну что, 631 убийство уже есть. Нам дойти надо до 1000. Ну, такой вот у меня план почему-то. До 1000. Не знаю, получится, не получится. Судя такими темпами, как-то у нас хреново все это идет дело. Так. Ну ты посмотри, а. Да, вообще не айсело. Так, 683. Ну, почти 700, ребята, убийств. Давай дальше продолжать.
Блин, у нас просто многие войны уходят за экран, даже не повоевав, ребят. Так, просто вызываешь их, чтобы они ушли. Да, невыгодно так получается-то. Ну, давай попробуем. Так, уже 733 убийства, ребят. С манной вообще у нас никаких проблем нету. Проблема только в откатах. Слишком долго откатываются у нас, ребята, войны. Так, с этой стороны вообще печалька. Ни одной турели нету, ребят, смотрите. Манны до хрена, а толку нифига. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот так вот они и разносят все на своем пути. За долю секунды буквально. Так, надо бочки, ребята, выставлять. Так, бочки и, соответственно, вот эти вот, которые манну нам дают. Нет, можно, конечно, играть через откат. Вот эта вот баночка, она дает откат нам. И турелям, и бойцам. Но я просто не хочу этого делать. Зачем? Так, 835 уже убийств. Так, выставляем бочку. Если бы не хотелось спать, ребята, я бы, наверное, бы здесь бы долго бы мог рулить вот эту вот сказочку. Так, ну-ка давай. Отлично. Так, давай, гвард, пошел. Уровень шума у нас тут типа на пределе, да, уже? А мне, в принципе, плевать. Так, турель, турель, давай сюда поставим. Гварда. Так, вот сделаем. Вот так. Сейчас, наверное, побежит волна, да? Или нет? Ну, якобы бежит периодически, но толку от нее никакого вообще. Так, давай бочками опять все тут засыпать придется. Тут бы еще, конечно, хорошо бы помогла бы ледяная бочка, если бы она вот здесь стояла бы. Как раз на выходе бы. И зомбари только бегут. Она, оп, их заморозила. Замечательно. Турельки в этот момент их просто чикают. Красота, красота. Так, 987 убийств уже. И это хорошо, ребята. Чем больше зомбарей мы с вами зачикаем, тем лучше для нас. Давай так вот сделаем. Еще одну турельку поставим сюда. Так, бочку сюда влепим. Так. Ай, красава, ребята, красава. Все у нас хорошо тут идет. Уже пошли на вторую тысячу. 1061.
Так, хорошо, пока идет все очень замечательно. Турелька сломалась, ставим новую. Вот сюда надо, ребят, турель. У нас одна здесь стоит. Но она, боюсь, не будет справляться. Давай еще гварда вызовем. Ну, вы прекрасно понимаете, да, что тут можно уже практически до бесконечности играть, ребята. И хотя, если по большому счету дать слабинку им, они здесь смогут пробиться. Особенно камикадзе. Они будут взрывать вот эти вот бочки. И все, быстрее, быстрее, быстрее продвигаться вперед, ребята. Ну и, соответственно, там будет полный финиш после всего. И, соответственно, нам выгоднее ставить турели и бочки как бы на определенном расстоянии друг от друга, чтобы, когда у нас взорвалась одна бочка, она не зацепляла с собой вторую и не пошла у нас цепная реакция. Потому что если эта бочка рванет, то она заденет мою турель, и турель моя может просто рухнуть. Я уже молчу вот про вот эту. То есть все взаимосвязано здесь. Так, турель упала. Вот это плохо, ребята. Вот это плохо, я вам скажу. Одна турель всего осталась. Ну, естественно, если нажать, например, на откат, мы сможем себе восстановить все турели, все, и также продолжать здесь без проблем воевать. Вот так вот. Так, ну что, ладно, будем, пожалуй, наверное, мы с вами закругляться. Давайте я не буду ничего ставить, пускай они уже забомбят нашу базу. Идите, идите. Ага, идет партизан, блин. Да, и довольно быстро он все-таки разбирает наш автобус, посмотри. Нехило. Так, ну что, давай посмотрим, что вы там говорили про Кэпа. Так, это все понятно. Что там у него поменялось? Так, подожди. Это нам уже не нужно. Так, ну, Кэп. Так, улучшает всех юнитов на поле боя, ну это понятно. Так, защита от стрелкового, понял. Не стать зомби, понятно. И защита от отравления. Да не знаю, ребят, по-моему, что было, то и осталось. Так, а если мы здесь глянем? Так, отталкивает противника, защита, не стать зомби. Тут тоже все как было, так и осталось. Хм. Ну, ребят, не знаю, все как было, так и осталось. Скорострельность поджигает. Да. Ну, ребят, ничего я не увидел. Как говорится, новенького. Все как было, так и осталось. Давайте-ка мы на дорожку с вами создадим что-нибудь. Можем что-нибудь сделать или нет? Ой, конечно, можем, ребят. Мы можем с вами сделать ХП. Только ХП и сможем сделать, ребят. Больше денег не хватает. Так, 24 миссии. Нет, ребята, мы будем с вами ждать другого задания, ну, по крайней мере, я, которое смогу сделать, ну, и заработать столько же денег и столько же опыта. Особенно мне нравятся задания ежедневные, которые даются на убийство зомбари. Там 120-240 зомби. Это самое изи. Ну, а на этом, пожалуй, я буду завершать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр. Ждем с вами Хэллоуина и уже, наверное, там встретимся. Ну, а на этом все. Всем пока. И удачи вам!